Всем салам, с вами Бро 2 Стар. И сегодня мы будем проходить тест на самую лучшую аватарку майнкрафтеров. Но вы не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы не пропускать больше хорошего контента. И на колокольчик не забудьте нажать. Вот, давайте классически. Так, Happy Lime или Дусфа. Ну, я не знаю, но я выбрал Happy Life. Димастер или Фиксплей? Все-таки Фиксплей, потому что у него более красивая аватарка. А еще, ребята, это мое мнение. Свое мнение можете оставить в комментариях. Так, Дима Скрытник или Фиксплей? Ну, мне как-то Дима Скрытника больше нравится. Фрэш или Айф от Файни? Ну, не знаю, мне как-то больше Фрэш нравится. Не знаю, почему. Хаосит или Назу. Вот этих майнкрафтеров я не знаю, хотя Хаосит вроде бы что-то знакомое. Но мне что-то у этого больше нравится. Заквиэль или Кулио. Но я выбрал Заквиэль, потому что я что-то не знаю. Игенбро или Иванчева. Иванчева больше. Лучшая аватарка. Мистер Баф или Юни. Ну, мистер Пав как-то более поприкольный. Эдисон ПТС или Шадоу Присток? Мне как-то больше нравится Эдисон на ПТС. Пятерка или Фуфуф? Ну, я вообще никогда не понимал прикол у аватарки пятерки. У Фуфыва... Ну, простите, ребята, я все-таки выбрал Фуфыва, хотя более понятно. Тунка или Дакплей? Ну, мне как-то больше рассудок поя. Глент или Домер Гриф. А вот это я не знаю, потому что Глент, он же не майнкрафтер вроде бы. Он в основном всякие приколы про телефон снимает, а что-то уже не помню, что там. Разоблачение не смотрел про него. Ну, наверное, Домер Гриф. Аид или Пушистый Волк. Пушистого Волка я точно не знаю, потому что я про это в майнкрафте такое слышал. Вот. Ну, уберу я, конечно, Лаида. Владус или Неркин? Ну, наверное, Неркин. Фриарплей или Милпс Пио? Ну, простите за мой английский. Наверное, вот это он. Лололошка или Никита Берг? Никита Берг, я тоже не знаю, майнкрафтер он или нет, потому что... Потому что... Но я выберу ложки, хотя я никогда не понимал прикол этого дыма. Или это борода, фиг его знает. Аид или Иванчел? Аид. У него получше аватарка. Заквирель или Фуфуф? Ну, наверное, Заквирель будет получше. Мистер Баф или Хэппи Лин? Ну, наверное, все-таки Мистер Баф. Домер Гриф или... Дима Скрытник. Домер Гриф. Ну, тут логично, Дисан ПТС будет получше аватарка. Тут ложки. Ну, тут не знаю, тут Хаосит как-то получше. О, вот тут я не знаю, потому что у Фреджа как бы такой символ, можно сказать, типа, такой бренд, ну, что-то такая запоминающая аватарка. Ну, Фиксплея тоже запоминающая, и плюс еще офигенные эффекты. Ну, я все-таки у Фиксплея. Так, уже третий этап. Тут, наверное, Одесса на ПТС все-таки будет получше. Тут у ложки. А тут... Ну, наверное, все-таки Домер Гриф. Тут Фиксплей. А вот тут уже интересно. Ну, блин, ну, мне кажется, все-таки у Домера Гриф будет получше, потому что у него там скин почти во весь рост. Фиксплей. И вот пятый этап самой лучшей аватарки. И Фиксплей. Ну, не знаю, потому что у него фиг тут этих мол не очень прикольно. Так. На первом месте Эдисон ПТС, на втором Фиксплей, и на третьем Лололошка. Так, давайте посмотрим, какая самая плохая аватарка в Майнкрафт комьюнити. Ну вот у Фира, вот с этим я, в принципе, согласен. Что качество аватарки Фира, как по мне, фиговое.
Ну, ладно, тут понятно, в принципе. Ну вот, ребят, мы прошли тест. Не забудьте поставить на колокольчик. С вами был Бро2Стар. Всем удачи, всем пока, ребят.